Мы помним, чтим, гордимся. Ялтинские школьники готовятся к празднованию 75-летия со дня Великой Победы. Ученики детально изучают историю местных героев, ищут материалы о них в библиотеках, навещают ветеранов лично. Какой сюрприз готовит подрастающее поколение тем, чей подвиг вне времени, расскажет Олеся Глушко. Любовь Тимофеевна Космодемьянская. Как это было? И вот вели Зою, указали на нары. Кира Самохвалова – ученица 6 класса Ялтинской гимназии имени Чехова. Победитель и лауреат конкурсов чтецов и творческих фестивалей. Мы свободны, и это очень хорошо, поэтому праздник нужно помнить и знать своих. Знать то, что кто-то боролся за мирное небо. Кира мечтает стать журналистом. Вместе со своими одноклассниками готовится снять репортаж о ветеранах. В ее классе ведут исследовательскую работу. Дети общаются с ветеранами, чтобы восстановить подробности подвигов, благодаря которым освободили Ялту. Для подготовки фильма школьной программы оказалось мало. Авторы идеи захотели увидеть, как работают профессиональные журналисты. Макар Павлюченко увлекается историей и любит спорт. Мечтает передавать новости по телевизору. Пробует себя в роли ведущего, чтобы потом подготовленным представить коллективную работу зрителю. Главные новости южного берега Крыма. 1000 мест за 6 лет в южной столице. Сокращаются очереди в детские сады. Если я попаду когда-нибудь в прямой эфир, я попытаюсь сделать все для того, чтобы дать людям больше информации. Школьники познакомились с современным телевизионным оборудованием, с работой операторов и режиссеров, оценили объем предстоящей работы. Все сюжеты находятся здесь. Их нам делают наши замечательные журналисты. И режиссер во время выпуска новостей, скажем так, монтирует. Для подрастающего поколения эта встреча – дополнительная возможность осуществить задуманное. Это сердце Ялты-24. Именно отсюда мы выходим в прямой эфир. Открыто говорим с местной властью и рассказываем актуальные новости южного берега Крыма. Наш коллектив готов передавать опыт будущим коллегам. Мы любим Ялту! Олеся Глушко, Павел Маханьков, Евгений Демногорский, Новости 24, Ялта.